Ае, братва, здорово! И как вы уже поняли, речь пойдет об арте М40-43. Это уникальнейший бой, советую посмотреть его до конца, ведь здесь развиваются такие события, которые редко встретишь в нынешнем рандоме. Так что присаживайся поудобнее и смотри, наслаждайся тем, как страдают другие. А мы начинаем, поехали! Идь нахер туда, блядь. Вражеская машина уничтожена! Не, можно затащить. Тяж один попёрся туда. Эти, блядь, так и стоят нахрен. Два утырка, блядь, ещё вот, блядь. Вы видели вообще это? Просто растащили. Замечательно. Поразительно. Гениально. Ребят, спасибо за лайки. Светофор? Это, наверное, у Юши проще спрашивать. Он же, говорит, даже типа видос сделал. О. Блин, а я что-то я затупил. Я ИБР увидел, что он туда поехал. Я сводиться не стал. Я, по идее, уже стрелять должен. Должен. Да, должен был урон нанести 100%. Блядь, ну все нам. Вот. Эти дебилы опять. Вот смотри, вот. Сука. И хер с полки с этой сгонишь, блядь. Блядь, столкнуть что ли его туда надо? Едь нахер туда, блядь. Достали, мрази, нахрен. На этой полке, сука. Он сейчас приедет, конечно, он не даст мне играть нам. Попадание! Реально этим... Блядь, мрази меня достали вот эти вот. Тяж один попёрся туда. Эти, блядь, так и стоят нахрен. Два утырка, блядь, ещё вот, блядь. Так и стоят нахрен. Попадание. Стандарт убегает. Он ни хера не сделал. Есть попадание. Новички. Дали учиться. Учитывается прогресс на отметке. Слушай, вроде нет. Учитываются точно генеральные сражения эти. А тут вроде как не учитывается. Блять, вот он ездит на. Видишь? Вот он, блядь. Дебил, сука, на.
на полке выстоял. Есть попадание. Нихера не едет нам. Ведь он сваливает, смотри нам. Ничего не творят нам. Кстати, я вам попал по нему, ХП нет. Тогда это первый же выстрел мой был по нему. Есть попадание! Некому стрелять. Химера едет. Ой, этот. Центурион едет. Стрелять некому. Отлично, базу берут. Остановится, нет. Съехал. Оба же съехали, да? Есть попадание. Ой, вообще, девятка. Я на этом стандарте просто охеревал. Мне так он нравился. Блин, там еще кто-то, короче, с ним рядом. Здесь вот, да, кто-то. Правильно, кстати, стреляет. 12 тонн, что ли, лупит там. Оба встали. Давай, стандарт, свети. Так вот. Так, артоводы действуют. Но он ХП чуть-чуть потерял. Ладно, хрен с ним. Здесь сейчас и СМ может снизу вот так вот ехать. Ух ты, ВКшка. Я куда ты лезешь, на? Сейчас этот с двух стволки ему влупит. Сводится, стоит. И я не могу помочь ему ничем. Поехал. Так. Я боюсь, что и СМ где-то здесь. Да, 12 тонн. Пробуй. Хорош. Вот там нет. Я сейчас по тапку буду. Ёптыть. Блин, я 20 секунд КД, братан. Давай, ЛТ потеряли, а. Вот он где. Блин, он даже не лез, короче, всю эту. Весь этот бой. Три, два. Куда? Куда снаряд делся? Бля, все на. Шесть снарядов осталось. Шесть минут. Не, можно затащить. Блин. 7 секунд, братан. Показывать надо. Рано ты. Покажи. Он вообще поехал. Хер пойми куда нам. Ну все, он поехал по своим делам. А, нет, с другой стороны, слушай, нормально. Ладно, хрен с ним. Прощаем. А, я попал по нему. Смотрим, куда целится. 50 его, походу, светит, да?
В яме. Сейчас заберу. Попробую. 6 секунд. 4, 3. Тупит, тупит. Нормально. Уничтожен. Тихо, тихо, тихо. Есть. Ай, хорош! Хорош, хорош! Арта еще закосячила здесь с выстрелом. Не знаю, свечусь я, нет. Вот это катка! Вот это катка вообще! У меня руки колбасит, короче. Он фуловый еще. Я по нему стрелялся. Вон он где. Ну все, минус он. Он сам себя в эту загнал. Лично. Вы видели вообще это? Просто растащили. Растащили эту. Вот это бой. Жесть, 4 стоя надолбил. Четыре сто!